Все думаете, ну все, Жека стал снимать японские старые овощные тачки. Японская, да, старая тоже, да, но не овощная. И чтобы вы поняли, что это за тачка, я сейчас расскажу вам немного истории. Сейчас мы все знаем, что полноприводные раллийные автомобили в Японии выпускаются только компаниями Subaru и Mitsubishi. От Subaru это Impreza VRX STI, от Mitsubishi это Lancer Evolution. Но в конце 80-х годов в Японии также и Toyota, и Nissan были в теме, в раллийной теме. От Toyota была Celica GT4, от Nissan был Bluebird SSSR с полноприводной трансмиссией от ESSA. Но и от Mitsubishi и Subaru были раньше другие автомобили представлены, не Evolution с Impreza-ой. Раньше от Subaru была Legacy RS, от Mitsubishi Galant VR4. Но если вы заметили, я сказал, что Bluebird раллийный был SSS-R. Этот Bluebird SSS, то есть гражданская версия вот того раллийного автомобиля. Точнее, даже не так. На базе вот этого автомобиля собирали именно раллийные автомобили СССР. Ну, вы не подумайте, я не про Советский Союз говорю. В чем же отличие между раллийной версией и вот этой гражданской? У раллийной версии кузов более жесткий, подвеска более крепкая. Здесь, конечно, все попроще, но этот автомобиль, он тоже не был овощем никогда. Итак, раньше здесь стоял двигатель CA18DET турбовый. Вот этот автомобиль 90-го года, и уже в 90-м году стали ставить SR20DET. Ну, вы, наверное, знаете, да, что это за движок. Этот двигатель ставится сейчас на Сильвию. Только на Сильвию он ставится продольно, здесь он расположен поперечно. Соответственно, и коробка тоже. Это, конечно же, влияет на развесовку автомобиля. В техническом плане тут не нужно говорить часами про какие-то примочки, потому что просто их здесь нет. Это вам не новая машина с кучей умных систем. Тут все просто. Это старая машина, которую просто практически нереально убить. Поэтому она и сохранилась вот в таком виде. Ну, конечно, да, за ней ухаживали, и на ней пробег всего лишь 114 тысяч километров. И хозяин утверждает, что это родной пробег. Конечно, честно говоря, с трудом верится, но приходится поверить. Итак, двигатель здесь SR20DET, как я уже говорил, турбовый. Он, в принципе, здесь изначально стоял SR20DET, но на автомате. Потом тот двигатель полетел, хотя даже очень странно, что он полетел, потому что раньше же машины делали крепкие, да? Но все равно, я не знаю почему, короче, его убили, этот двигатель. Потом поставили обычный атмосферник на автомате, она ездила на атмосфернике. И уже вот этот вот хозяин, который на ней сейчас ездит, он поставил опять SR20DET от Авенира, но на механике. И от этого она стала просто городской пушкой. Ну, почему городской? Потому что, конечно же, если в спорте ее использовать, конкретно там, может, в ралли даже, это нужно усиливать кузов. Можно, конечно, поставить побольше турбину, но для города этого хватает. Турбина дует 0,5 бар. В нормальном режиме в городе этого нормально хватает. В принципе, можно надуть 0,8, но 0,8 это просто предел, это нужно делать только в крайнем случае. При 0,8 барах достигается мощность 350 лошадиных сил. Тут постоянный полный привод, и между осями распределяется мощность 50 на 50. То есть это способствует лучшей управляемости и лучшей динамике. Знаете, больше всего, что радует? То, что этот автомобиль стоит примерно около 200 тысяч. Когда вы покупаете за пол ляма, да, автомобиль, и у него 300 лошадок, там вы как бы не испытываете никакого восторга, потому что, ну, вы заплатили пол ляма, вот вы получили 300 лошадиных сил. Вроде как нормально, да? А тут вы получаете 350 лошадей за 200 тысяч. И вот это, конечно же, радует.
внешность у нее, знаете, такой классический GDM. Вот как раз тех годов, когда в Японии умели строить автомобили. Ну и сейчас, конечно же, умеют. Но сейчас просто маркетинг. Сейчас уже невыгодно строить надежные автомобили, потому что им же нужно потом еще запчасти продавать. Да и вообще, какой смысл, если человек купил автомобиль, да, и ездит на нем 20 лет и не меняет автомобиль? Конечно, им выгоднее, чтобы постоянно, когда выпускается новая версия автомобиля, чтобы владелец, поездивший на той машине, менял на другую. Внешний вид, конечно же, мне нравится. Этих машин практически нет. Их даже в Японии очень редко можно встретить. Если вы захотите купить эту машину, то у вас просто ничего не получится. Ну, если уж сильно загоритесь, вот приезжайте в Читу к нам, и владелец вам продаст ее за 200, там, за 220 тысяч рублей. Я вам скажу, машина стоит того. Где вы за 200 тысяч найдете турбовика, который вжаривает? Я считаю, что вот в наше время уже не найдешь. За 200 тысяч просто один хлам. Я, кстати, вот сейчас занимаюсь проектом, пытаюсь найти тачку себе, да, подешевле. Как раз вот эту машину я нашел таким образом, что я хозяину предложил купить ее, но немножко цена, конечно, меня не устроила. Точнее, цена меня устраивает, если для себя. Если для дальнейшей перепродажи, то нет. Ну, как бы вот он за 200 ее отдает, и это предел. Больше ее, ну, наверное, я потом вряд ли продам. Вот садимся мы в салон, и что мы видим? Да ничего особенно не видим. Ну, в принципе, тут ничего и не нужно. Тут стоит только датчик давления турбины, магнитола с дисплеем, и вот в бардачке стоит буст-контроллер. Все, больше ничего здесь нет, и в принципе и не нужно. Сиденья, конечно, ну такие немножко уже потрепанные, но прикольные. По-моему, вот здесь вот по бокам кожа, посередине велюр. В принципе, я говорю, это не тот автомобиль, где нужно часами рассказывать про всякие примочки, потому что их здесь просто нет. И главное, наверное, в этом автомобиле, это то, какие он эмоции дарит. И сейчас мы попробуем это ощутить. Как раз мы сейчас в лесу, а мы неспроста в лесу. Тут потому что есть бездорожье, а эта машина раллийная, и мы погнали. Давайте. Так, выехали, короче, мы на трассу. Пристегиваюсь, потому что многие меня в комментариях задолбали стыдить, что я не пристегиваюсь за рулем. Все, пристегнулся, погнали. Да. Ну, круто, круто, я вам скажу вообще. Вот все-таки полный привод, он что он дает? Он дает то, что вы как будто через телепорт в пространстве перемещаетесь. Нет, честно вам скажу, мне по грунтовке не очень понравилось на ней ездить, потому что она занижена. Тут еще владелец немного сколхозил, он взял, подрезал пружины. И, конечно же, он об этом пожалел. И она цепляет пузом, ну, такую приличную кочку, уже все, сразу цепляет. Но в планах у него поставить кайловеры на эту машину. И тогда уже можно будет регулировать и жесткость, и высоту, и все будет нормально. Конечно, вот по асфальту мне больше нравится на ней вжаривать. Она реально топает с места, срывается, как дикий зверь какой-то. Да я, честно говоря, еще пристегнул ремень, потому что что-то как-то страшновато на этой тачке ехать без ремня. Я что-то сомневаюсь, что вообще есть подушки безопасности, но я вот не вижу нигде, чтобы было написано airbag. По-моему, их здесь нету, поэтому лучше не рисковать и пристегнуться. Сейчас вот ровный участок дороги найдем и попробуем замерить разгон. Так, раз, два, три.
цель любого тест-драйва – показать потенциальному покупателю автомобиль, и чтобы он либо пошел и купил эту машину, либо забил на нее. Цель именно этого тест-драйва – показать японскую легенду, показать, на чем двигалась молодежь в Японии в конце 80-х годов. Японские пацаны в конце 80-х годов ездили вот на таких тачках, а вы сейчас ездите на тазах, которые, возможно, уступают вот таким автомобилям. Вы представляете, насколько Япония обгоняет Россию? И, конечно же, за это обидно. Но я рад, что хотя бы иногда, хотя бы на тест-драйвах, и благодаря вот владельцам, которые могут сохранить вот такие тачки еще в нормальном состоянии, я рад, что я могу к ним прикоснуться, показать эти тачки вам, поснимать ее, почувствовать ее характер. И именно вот из-за этого я считаю, что стоит двигаться дальше. И я думаю, еще будет много вот таких вот автомобилей. Надеюсь, вам понравился этот тест-драйв. Ставьте лайки, делайте репосты, обязательно делайте репосты во все социальные сети. И, кстати, обратите внимание на мои социальные сети. Я сейчас завел Инстаграм, ВКонтакте, я постоянно всех добавляю в друзья, тоже добавляйтесь. Все ссылки будут в описании. Пока!